Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами посетим Кустанайский театр кукол и познакомимся с Алдаром Косе. Быть может, вы уже его встречали, ведь это самый известный герой казахских сказок, юмористических и сатирических миниатюр и анекдотов. Сын бедняка, находчивый и хитрый Алдар Косе всегда защищает бедных и с помощью ума и ловкости обманывает и наказывает жадных богачей, лентяев, глупцов и даже злых духов. Алдара Косе сравнивают с Робином Гудом. Только его оружие не лук и стрелы, а ум и слово. Похожий герой есть и у других народов. Например, у арабов это Джоха, Пулупуги у армян, Ходжа Насреддин у некоторых восточных народов и у казахов. В переводе на русский язык прозвище Алдар Косе означает «безбородый обманщик». Алдар – обманщик, плут, острослов. Косе – безбородый. Об Алдар Косе в народе сложно немало историй. Лучшие из них собрала режиссер Айжан Салаева и поставила одну большую сказку «Приключения Алдара Косе» в кукольном театре города Кустанай. Однажды встретил в степи Алдар Косе жадного бая, который тут же ни за что оскорбил молодого хитреца. Но Алдар Косе не растерялся и решил проучить своего обидчика. Так глупый жадный бай обменял свою хорошую теплую шубу на старую и облезлую. Автор инсценировки Айжан Салаева хочет донести до маленьких зрителей, что за свои поступки нужно нести ответственность, что жадность – это плохо. Вот бай обманывал простой народ, а теперь сам попался в такие же сети. Алдар Косе, хоть и хитрец, но все, что он забирает у злых баев, возвращает своему народу. Человек,
А вот еще одна веселая история. Однажды хитрец пришел к Баю в девичьем обличии и сказал, что он племянница Алдара Косе. Бай обрадовался и решил отдать девушку за другого богача и получить за нее большой выкуп. Так он и сделал. Женщина, я что, повезу свой аул? Женщину? В мужском роде? Меня же ведь засмеют! Ах, позор-то какой! Что же вы, мой женишок? Везите меня домой! Нет! Ты что такое говоришь? Он заказан! Замолчи сейчас же! Что? Что замолчи? Если вы будете ругаться, я буду кричать и плакать! Что это? Ну, зачем кричать и плакать? Ну, я же даже... Испугался богач, когда узнал, что это не девушка, а мужчина. Отдал ему все деньги и уехал во свояси. А Алдар Косе довольный. Вернулся к Баю, чтобы тот объяснил, почему он продал племянницу без ведома родственников. Ну и что? Как это что? А так это что? Ну вот как? А вот так? Ну как? И вот так? Ну вот так? И вот так? И вот так? И вот так? Ты мне денег должен. Вот 100 000 раз. А я тебя еще осчастливил. Ты бедняк. Зачем тебе лишний род в твоем доме? Ты должен быть мне благодарен. Верни мне. А, так, да? Так. Вот так, да? Так. Хорошо. Хорошо. Тогда я пойду к мудрому судье и расскажу, что вы отдали мою племянницу неизвестному человеку. Вот был человек и пропал без вести. Вот где я теперь ее найду, а? Все, я пошел. Судья! Что? Постой. Согласны? Я отдам тебе деньги. Сказки об Алдар Косе – замечательный образец устного народного творчества казахов, отражающий быт, нравы и традиции. Истории заключают в себе народную мудрость и душевную щедрость. Яркий, музыкальный, красочный спектакль о забавных приключениях молодого хитреца никого не оставит равнодушным. Yeah!
премьера спектакля состоялась в ноябре 2018 года. Нужно сказать, что Айжан Салаева – режиссер из Астаны и впервые работала в Кустанае. По словам постановщика, сказка была поставлена в кратчайшие сроки – всего за пару месяцев. Айжан Салаева быстро нашла общий язык с актерами. Алдар Косе пользуется большой популярностью не только в Кустанае. Эту сказку любят дети всего Казахстана и с нетерпением ждут в гости Кустанайский театр кукол. На этом мы завершаем наш урок. Благодарю вас за внимание и прошу ответить на следующие вопросы. Первый. Назовите режиссера спектакля «Приключения Алдар Косе». Второй. Что означает имя Алдар Косе? Третий. Когда состоялась премьера сказки?